Канада – страна с одной из самых развитых систем образования. Quantum Academy представляет. Известное выражение «время – деньги» работает всегда. В сюжете о планировании времени мы рассказали, как эффективно организовать свое время, а как эффективно организовать свои деньги. Этот вопрос каждый день задают себе родители. Чем больше детей, тем больше денег необходимо на их образование. А теперь подумайте, если время – деньги, то можно обменять ваши деньги на время, которое не будет потеряно впустую. Нужно вовремя их вложить. Нет, не в покупку очередного дома, а в образование вашего ребенка. Говоря метафорически, в данном случае образование – это та ракета-носитель, которая выведет вашего ребенка на его жизненную орбиту. И чем мощнее и качественнее ракета, тем выше орбита. Является ли государственная система бесплатного образования тем самым качественным двигателем, чтобы запустить вашего ребенка к звездам? Давайте начнем с того, что эта система не такая уж бесплатная. Мы не говорим здесь о налогах, ежегодно отчисляемых вашему школьному совету. Это отдельная история. Речь идет о конечной цене, которую заплатите за образование вашего чада ко дню его выпускного балла. Как бы мы ни хотели схитрить и заполучить что-либо важное или судьбоносное, так сказать, на халяву или за копейки, мы все равно платим эту цену сполна, хотим мы того или нет. Если не деньгами, то своим драгоценным временем, здоровьем, нервами. Когда у ребенка начинаются проблемы с учебой, мы сначала ничего не замечаем, поскольку ребенок, как водится, ничего не говорит. Только гораздо позже мы начинаем подозревать неладное. И только с получением оценок за семестр наши худшие опасения подтверждаются. Отложив до лучших времен рестораны и поездки в коттедж, долгими вечерами мы вместе корпим над домашними заданиями, пытаясь как-то помочь своему сыну или дочери. Если это еще в младших классах, мы можем невероятными усилиями выправить ситуацию. А если это в старших, то мы быстро обнаруживаем, что наши познания в различных предметах весьма заржавели. В панике мы обращаемся к репетиторам. Опробовав пару-тройку, так сказать, бюджетных репетиторов, мы, наконец, нанимаем специалиста со стажем и соответствующим образованием. И, естественно, с соответствующей почасовой ставкой. Все, что мы откладывали на круизы и прочие радости жизни, начинает испаряться с устрашающей быстротой. Через какое-то время ситуация начинает выправляться, и мы понимаем, что для того, чтобы наш отпрыск успешно закончил школу, репетитор останется с нами до выпускных экзаменов. Теперь давайте подсчитаем астрономические суммы, успешно потраченные, подчеркиваем успешно, на репетиторов, бессонные ночи, бесчетные посиделки над домашними заданиями и сравним с тем, что бы мы потратили, отдав своего ребенка в Quantum Academy, которая, образно говоря, является школой и репетитором одновременно и немедленно окажет помощь вашему ребенку, как только появятся первые тревожные признаки. Как говорится, чем искать выход из ситуации, лучше ее не создавать. Добро пожаловать в Quantum Academy. Это дорога, которая приведет вашего ребенка к желанной цели.